Эта песня адресована экс-пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки и же с ней. Говори такими фразами про ваш прогресс, устои и права. Мы никому на свете не обязаны тем, что у нас своя есть голова. И лес, и уголь есть, и нефть, и с газом, с лихвою хватит там на 200 лет. У вас финансы, а у нас запасы. И вопросов нет. Отнять у нас все это не получится. Завоевать пытались, не смогли. Но, видимо, ни на каких не учатся ошибках менторы сия земли. Мы разные, нет, противоположные. Но почему-то получилось так, но ваши ценности кривые, ложные, мы не купили бы из-за пятак. Не любим мы, когда на ком-то свастика, когда девчонки друг к дружке ластятся или мальчишки надевают платьица, детей на воспитание берут. Мы дело любим, что боится мать, и от души мы веселимся в праздники, и в вашу сторону ни за какие пряники мы не пойдем, у нас другой маршрут. Тех, кто верует, талант и труд, в любовь и красоту. А ваша только мерзость проповедует, разврат и пошлость, грязь и наркоту. И вы за эти ценности сражаетесь, и всем их норовите навязать. Ох, вы когда-нибудь на них сломаетесь, да так, что больше будет не собрать. А мы вперед пойдем своей дорогой, дорогой света, мира и добра. Не трогай Запад, больше нас не трогай, оставь нам наше завтра и вчера. Не любим мы, когда на ком-то свастика, когда девчонки друг к дружке ластятся или мальчишки надевают платьица, детей на воспитание берут. Мы делаем, что боится мастера, и от души мы веселимся в праздники, и в вашу сторону ни за какие пряники мы не пойдем, у нас другой маршрут.